Адаптивное формирующее тестирование на образовательной платформе URIDE – это уникальный сервис для цифрового и смешанного обучения студентов. Сейчас на платформе свыше 2000 курсов с умными тестами. Курсы с тестами найти очень просто. Введите в поиске название дисциплины, например, экономика, и отсортируйте результаты поиска по фильтру «Тесты». Перед нами список курсов, которые содержат тесты. Они обозначены зеленой иконкой, так вы можете посмотреть количество тестов. Мы рекомендуем использовать 4 методики тестирования, положительно влияющих на качество онлайн и смешанного обучения и на мотивацию обучающихся. Первый вариант – предварительное тестирование, позволяющее проверить начавших обучение студентов на уже имеющиеся компетенции с целью определить их уровень и скорректировать программу обучения с упором под проблемные места. На образовательной платформе URIDE есть сервис «Входное тестирование», который поможет вам оценить уровень компетенций у первокурсников. По результатам предварительного тестирования мы рекомендуем вам использовать сервис «Гибкие курсы». Напоминаем, что если вы объединили контент в рамках гибкого курса, то тесты глав объединяемых курсов будут интегрированы в ваш единый курс. Второй вариант – формирующее тестирование, направленное на закрепление осваиваемого материала на основе конкретной главы. Этот подход позволяет студенту понять, где у него сильные и слабые стороны, повторить соответствующий учебный материал. Тем самым обеспечивается адаптация курса к индивидуальному уровню студента, что решает задачу персонализации образования в больших группах. Преподаватель регулярно получает обратную связь и может использовать данные для текущего контроля, например, присваивать баллы в бально-рейтинговой системе. Эту задачу успешно решит сервис «Умное тестирование». Третий вариант – дисциплинирующее тестирование в начале занятия, побуждающее студента вовремя включаться в учебный процесс и подходить к нему подготовленными. Наконец, четвертый вариант – итоговое тестирование для аттестации по курсу. На основе итогового тестирования мы представляем отдельный сервис URIDE экзамены. Посмотрим, как это устроено на примере конкретного курса. Нажмем кнопку «Изучить». Оставим только тесты. Мы видим как отдельные тесты по главам, так и итоговое тестирование. Данные URIDE статистики нам четко демонстрируют зависимость успешных результатов итогового тестирования от регулярности прохождения формирующего тестирования. Мы советуем включать этот сервис в онлайн и смешанные форматы обучения. Эта автоматизация позволяет снять часть нагрузки с преподавателя, чтобы у него сохранялось достаточно времени и сил для синхронного личностного взаимодействия со студентами.